Артем Ковешников, голкипер футбольного клуба «Торпедо Владимир». Артем, несколько слов о сегодняшнем матче. Большой футбол вернулся во Владимир. Что у команды получилось, что, возможно, не удалось? У команды получился свой футбол, который мы и хотели. Начали немножко не свою игру, потом добавили. И я думаю, что мы сегодня, как говорится, потеряли 3 очка. Мы играли на победу, никого не боялись, и я думаю, что это очень обидное поражение для нас. КамАЗ чем-то удивил? КамАЗ удивил тем, что отнесся к нам с прохладцей, приехал 14 людьми с 2 заменами. Нас это немного подстегнуло, потому что мы считаем, что это с легкой стороны неуважение. В первом тайме лучшая подруга любого вратаря перекладина 2 раза выручила нас, правда? Ну, за штанги не платят, так что штанга друг вратаря. Впереди Урал, еще более ответственный матч через месяц. Если Урал тоже приедет дублирующим составом, с прохладцей отнесется, огрызнемся? Ну, до Урала у нас еще целый месяц, полно игр, нам надо выправлять положение в чемпионате, а на Урал мы настроимся. Я думаю, на такие матчи особо не нужно настраиваться, потому что они бывают, в некоторых карьерах они бывают раз в жизни, поэтому... Мы выложимся, даже не сомневайтесь. У тебя, как у вратаря, скажем так, это самый главный матч в карьере или он еще впереди? Ну, с Волгой, Нижний Новгород в 1-32 играли мы несколько лет назад. То же самое, ничего сверхъестественного. Выше нос и хорошее настроение. Да, всем удачи.